наименовании 77-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности воинов, ветеранов, состоится парад войск Владивостокского гарнизона. В истории каждого государства, каждой нации имеются даты, которые навечно останутся в народной памяти. Для нашего Отечества такой датой является 9 мая 1945 года, день Великой Победы над фашистской Германией. 1418 дней и ночей длилась небывалая в истории по своим масштабам и ожесточению битва с немецко-фашистскими захватчиками. Наш великий народ, преодолевая все трудности военного времени, проявляя стойкость, мужество, невиданный в истории массовый героизм, все выдержал, выстоял и победил. Воины Дальнего Востока, моряки Тихоокеанского флота, жители Приморского края внесли достойный вклад в летопись героической истории Великой Отечественной войны. Более 191 тихоокеанец за героизм и мужество, проявленные в боях за Родину, был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Тысячи награждены орденами и медалями. Под государственный флаг Российской Федерации Знамя Победы смирно! Для встречи слева! На храм! Государственным флагом России. С 1917 до 1993 года государственным флагом Союза Советских Социалистических Республик был красный стяг с серпом и молотом. В 1993 году указом президента Российской Федерации трехцветный флаг был объявлен государственным флагом. Перед трибунами Знамя Победы. Государственная религия России, официальный символ победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени и Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в городе Берлине советскими воинами сержантом Егоровым и младшим сержантом Кантария.
9 мая 1945 года Знамя Победы было снято с Рейхстага и 20 июня на самолете было отправлено в Москву. Его место на Рейхстаге занял другой, Алый Стяг. Распоряжением Главного политического управления Советской армии от 10 июля 1945 года Знамя Победы было отправлено в Центральный музей вооруженных сил на вечное хранение. Красной площади 9 мая 1965 года на военном параде вознаменование 20-летия Победы. 15 апреля 1996 года президентом России был подписан указ, в соответствии с которым Знамя Победы должно использоваться наряду с государственным флагом Российской Федерации. Согласно указу, знамя, водруженное на Рейхстаге в мае 1945 года, вносится только 9 мая в День Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне и 23 февраля в День Защитника Отечества. Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяка. Дорогие ветераны, уважаемые воины Тихоокеанцы, приморцы, сердечно поздравляю вас с самым дорогим и важным для каждого россиянина праздником, Днем Великой Победы. 9 мая нас переполняет чувство особой гордости за наш многонациональный народ, за героев-фронтовиков, тружеников тыла, которые в годы суровых испытаний проявили колоссальную волю и несгибаемый характер. Не жалея себя, презрев страх и смерть, наш народ переломил хребет Третьему рейху, поставил крест его амбициям на мировое господство. Это наша страна сыграла решающую роль в разгроме гитлеровского нацизма, освободила Европу от фашистской коричневой чумы. Сегодня в парадных шеренгах стоят солдаты и моряки, кто сейчас защищает Отечество, борясь с нацизмом на Украине. Морские пехотинцы, десантники, воины 5-й армии, бойцы Росгвардии самоотверженно с честью выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Мы гордимся вами, дорогие приморцы. Склоняем голову перед павшими ребятами. Вы достойная смена героев наших предков. Примите слова безграничной благодарности за ваш человеческий и воинский подвиг. Мы преклоняемся перед героями-фронтовиками, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда, узниками концлагерей, поколением детей войны, всеми, кто выстоял и сокрушил врага,
предоставил нам право жить в свободной и счастливой стране. В заключение хочу привести слова великого полководца, маршала Победы Георгия Жукова. Время не имеет власти над величием того, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие опасности, и впредь будет черпать силы из этой победы. Слава народу-победителю! С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Ура! Для встречи слева! Накра! Здравствуйте, товарищи подводники! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи моряки! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой
Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи летчики! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи морские пехотинцы! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи связисты! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи спасатели! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи нахимовцы! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи юнармейцы! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Ура!
Здравствуйте, товарищи юные моряки! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи юные моряки! Здравия желаю, товарищ адмирал! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Символа величайшего подвига, подарившего нам право на свободную и счастливую жизнь. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье. Ее приближали мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на защите Кавказа, Балтики и Дальнего Востока. В жестоких боях под Москвой, на улицах горящего Сталинграда, в дыму танковых сражений на Курской дуге и в ледяных глубинах Заполярья, советские воины ежедневным ратным трудом решали исход войны. Железная воля непокоренного народа, его бесстрашие и стойкость спасли весь мир от нацистского рабства. Подвиги российских воинов, совершаемые в наши дни, говорят о том, что наказ мужественно защищать Родину не забыт. Клятва беззаветной преданности отчизне принята на вооружение нынешним поколением защитников Отечества.
Сегодня наши боевые товарищи вновь ежедневно вступают в бой с поднявшим голову неонацизмом, защищая свой народ от тех, кто, предав память предков, славит бесчеловечные деяния гитлеровцев, бандеровцев, нацистов современной Европы. Современные воины России, продолжая дело своих дедов и прадедов, мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто отдал свою жизнь ради свободы и мирного будущего нашего народа. Скорбим о тех, кого уже нет с нами. Объявляется минута молчания. Говори. А? Уважаемые ветераны, вы главные герои Великого Дня Победы. Вы подарили нам свободу жить, любить, радоваться, созидать и смело идти вперед. И сегодня ваши дети, внуки, правнуки уверенно держат эту победную высоту. Трудятся и сражаются ради настоящего и будущего нашего Отечества. Мы будем всегда беречь Родину, как это делали вы, солдаты Победы. Будем укреплять традиции патриотизма. Будем хранить эту священную, немеркнущую правду. Не допустим предательства и забвения героев. Всех тех, кто, не жалея себя, подарил нам счастье жить свободной и мирной жизнью. Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное достояние. В нем сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. Мы гордимся вами. Слава народу победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Yeah, man.
государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. В этом году правопорожный знамен предоставлено офицерам Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, капитану второго ранга Дмитрию Марусу и подполковнику Ивану Кузнецову. Знамена сопровождает рота почетного караула береговой ракетной бригады Тихоокеанского флота. Командир роты почетного караула – капитан Артем Макушев. В парадном строю офицеры Тихоокеанского флота. Возле роты офицера возглавляет начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ флота, капитан первого ранга Андрей Кузнецов. Это машина. Да, машина. Пожалуйста. Торжественным маршем проходят моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Тихоокеанского флота. Командует парадным расчетом командир атомной подводной лодки капитан первого ранга Владимир Коротков. За плечами моряков-подводников тысячи морских миль боевых служб на просторах Мирового океана. Десятки успешно выполненных задач. В парадном строю моряки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Это объединение единственное в вооруженных силах, которое гордо носит название субъекта Российской Федерации Приморского края. Прохождение парадных расчетов 36-й краснознаменной дивизии надводных кораблей открывает экипаж бригада «Маршал Шапошников». Командир парадного расчета, заместитель командира электромеханической боевой части, капитан 3-го ранга Глеб Калугин. Парадный строю личный состав корабля управления «Маршал Шапошников». Командир кабельно-технической боевой части капитан 3-го ранга Александр Бескудов. Красные билеты. Все белые идут, Перед трибунами проходит флотный батальон морской авиации Тихоокеанского флота. Командует парадным расчетом командир флотного авиационного полка Тихоокеанского флота полковник Антон Дрожжин. В парадном строю морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Командир парадного расчета капитан Руслан Байданов. 28 марта нынешнего года на Мальцево героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады, указом президента России 155-й отдельной бригаде морской пехоты присвоено почетное звание «Гвардейка». Капитан
Востока, главный базы Тихоокеанского флота. Командир парадного расчета, полковник Сергей Малинкин, участник парада Победы на Красной площади в Москве. Парадный расчет российского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Строй юнармейцев возглавляет начальник генерального штаба юнармии полковник запаса Михаил Любецкий. Перед трибунами курсантов Московского государственного университета имени адмирала Невельского, в состав которого входят воспитанники центра «Мореход» и Морского инженерного колледжа. Командир парадного расчета Сергей Костин. В параде Победы принимают участие юнки Морского военно-патриотического клуба флотилии «Варяг». Командир парадного расчета, руководитель клуба, капитан-директор Василий Савочков. Перед трибуной воспитанники военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» имени воина-интернационалиста Андрея Левичева. Строй возглавляет подполковник запаса, педагог дополнительного образования Андрей Ежов. В праздничном параде принимают участие юнки флотилии юных моряков «Восток» имени Сергея Левца. Командир парадного расчета, капитан-лейтенант запаса Максим Клянченко. Прохождение вышли. Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Парад на счет возглавляет капитан второго ранга Вячеслав Покуев. Боевое знамя училища несет капитан второго ранга Александр Крупеньков. Организованные фактически училище и Дальнем Востоке высшее военно-морское училище Макарова считается одним из лучших в системе подготовки кадров для военно-морского флота. Среди выпускников училища 10 героев Советского Союза, 1 герой социалистического труда, 7 героев Российской Федерации, 240